Всем привет, с вами Сильвия, я рада видеть вас на своем канале. Последние две недели мне были восхитительно неправильными. Их можно охарактеризовать так: компьютер, кофе, углеводы, а по вечерам... О, у меня есть ребенок! Короче, заучилась я. У нас в институте сейчас практика, это означает работа с новым клиентом, составление анализа опросника, введение этого человека, написание рекомендаций, повторение пройденного материала, чтобы ничего не забыть, отчеты, короче, вот такая вот у меня голова. Это все очень интересно, но когда я учусь, я жру безостановочно. Вот такая вот у меня отвратительная привычка, которая со мной уже всегда... И когда я поступала на международные отношения, я поправилась, и когда готовилась к экзаменам на психологию, тоже так не слабо поднабрала, потому что учиться мне лучше всего давалось на пару с пачкой семечек. Я с этим даже особо не борюсь, потому что весь ресурс в это время затрачивается для достижения других целей. Но результат меня не так чтобы радует. Да, все сдается, все хорошо учится, и знания приобретаются, но щеки растут. Ноги растут, вот это те места, где у меня в первую очередь откладывается жирок про запас. Конечно же, малоподвижный образ жизни, я старалась ходить, но когда ты постоянно что-то печатаешь и пишешь, то удобнее это делать сидя, а не на беговой дорожке. А тренировки пропускала, короче, вела себя не так, как следовало бы. Но я рассказываю это не для того, чтобы с самого начала видео вас знатно загрузить, а для того, чтобы показать, что... Никакой багаж знаний, что по психологии, мое второе высшее, что по нутрициологии, которую я изучаю сейчас, не дает вам 100% гарантии, что в тот или иной период вашей жизни вы не свернете на ненужную дорожку. Зато эти знания помогают очень быстро себя вот из этой вот неприятной, ну хотя бы не то чтобы неприятной, неудовлетворяющая вас ситуация, взять, вытащить и поставить в ту ситуацию, которая вам будет нравиться. Вот так вот. Так что я приглашаю вас к себе в Инстаграм и буду делиться там очень активно своим рационом. Некоторые подумают, вот, блин, она просто озабочена своим внешним видом. И да, вы правы, во-первых, потому что я девушка, и уже во-вторых, потому что как-никак я публичная личность, я должна выглядеть хорошо, потому что мне не будет нравиться картинка, мое настроение будет падать, а оно мне надо? Нет, конечно же, хочется нравиться себе. Кто со мной? Вы знаете, куда заходить, подписывайтесь, и будем улучшаться вместе. Сегодня я решила немного заморочиться и приготовить себе королевский завтрак. Королевский в моем понимании, для вас это просто яичница с овощами, а для меня это же все надо еще нарезать. Гораздо сложнее и время затратнее, чем просто сварить яйца и съесть их с огурцом, перцем и какой-нибудь зеленушкой и хлебцами в придачу. Так что будем делать красиво и вкусно. Я не зря сюда бутылку с водой поставила, вот уже с утра пол-литра выпила, она у меня литровая, и в день получается где-то две таких бутылки. Я не заставляю себя пить воду, просто организм просит, но если вы не приучены, то смотрите, отталкивайтесь от расчета 30 мл на каждый килограмм вашего веса, и это обязательно должна быть чистая вода, кофе, чай не считаются. Ну красота же, а? Вот бы каждый день меня так кормили, с удовольствием бы кушала. Сбоку салат, зелень, помидорки черри, смесь семечек тыквенные и подсолнечные, подсушенные на сковороде. Вот я прям так много делаю, в банке храню в холодильнике, правда уже заканчивается. Оливки, каламата и зеленые. Обязательно обращайте внимание на состав консерв, чтобы там ничего лишнего не было. Брокколи порезала, скажем так, сделала мини-заготовку. И пить буду цикорий. Он у меня такой крупненький, красивый. Давным-давно подруга
из Франции привезла, к сожалению, уже заканчивается, поэтому заказала другие варианты. Надеюсь, в этом влоге смогу вам показать. У нас метет так метет. Вот интересно, как я буду добираться в зал на велосипеде в такую погоду? Да, конечно же, надо было бы взять абонемент в тот, который поближе, а не в соседнем городе. Но он мне не понравился, и я решила, что это замечательная идея каждый раз ездить на велосипеде и будет тебе кардио. Угу. Расширяю свои лимиты. Ну ничего. Уборка балкона откладывается до следующего года. Мы как вернулись летом, так я нормально этим балконом и не занялась. Смотрю на свои руки, понимаю, что нужно срочно обновить маникюр. Ему 2 недели и выглядит уже как-то неопрятно. Да, я сама делаю маникюр, только не просите показать как, потому что у меня это получается плохо. Лучше посмотрите видео профессионалов, которым это удается в разы лучше, чем мне. Ну а я покажу до, вот оно, потом после и плюс продукты, которыми пользуюсь. И вот что получилось. По-моему, с каждым разом становится все лучше и лучше. Но, конечно же, когда я буду в Ереване, самой мучиться не стану. Пойду и сделаю маникюр в салоне. Кстати, сделала все так, как советовала моя мастер. Сначала выравнивание базы. Я обычно пропускала этот этап, поэтому получалось очень коряво. А потом уже только нанесение цветом. Да, это свои, это не нарощенные. Методом пробы ошибок. Вот минимальный набор для маникюра гель-лаками дома. Конечно же, понадобится лампа. Свою я еще давно брала на Алиэкспресс. Она недорогая и хорошая. Вообще, на все, что найду ссылки, оставлю их в описании, или же, по крайней мере, напишу название. Далее вы можете взять машинку для аппаратного маникюра или же использовать ремовер. Ремовер мне не понравился. Кстати, я заказала себе крутую машинку, но они задержали доставку, поэтому взяла что подешевле, да побыстрее на Амазон. И в итоге ту крутую я так и не распаковала, потому что эта малышка меня устраивает полностью. Кстати, если вы такой же новичок, как я, то обязательно берите фрезы с такой вот красненькой каемочкой, они самые-самые мягкие. Но вообще, перед покупкой всего и вся советую посмотреть видео профессионалов, я так и сделала. Такая вот рыбка для снятия пыли. Ну, это не обязательно, просто она мне очень-очень нравится. Дальше, собственно, лаки. Обезжиривающее средство, какой-нибудь бонд. Лучше брать бескислотное, если вы просто гель-лаки используете и не делаете наращивание. А база и топ у меня от Дива. И цвета. Цвета у меня разные, но сейчас конкретно использовала Эльпазу. Айсберг. Здесь еще несколько фрез. Я кутикулу вообще практически не трогаю. В основном использую машинку для снятия покрытия. Вот, собственно, и все. Ах да, еще забыла про кисточку. Посмотрите, какая она тонюсенькая, тонюсенькая. Это для того, чтобы делать маникюр под кутикулу. А так я ее просто отодвигаю, как и раньше. И, может быть, так немножко пройдусь по краям. Фрезами. У меня просто шикарная новость для тех, кто изучает английский, французский, немецкий и испанский. Помните, я вам рассказывала про приложение Chatterbox Streams? Так вот, оно теперь бесплатное, это более 2000 видео, это более 400 часов образовательного контента, очень много. А у меня в последнее время сложился такой приятный утренний ритуал. Каждый будний день и иногда по выходным, это уже как получается, я завариваю себе чашку ароматного капучино с коллагеном и на овсяном молоке. Приношу его сюда, обкладываюсь подушками, закутываюсь в плед, это я сейчас большинство вещей убрала, чтобы в кадре не теряться, и включаю эфир на немецком. Там самые разные темы, каких вы только можете подумать. Последний раз я смотрела про то, как снимают фильмы, и если я сейчас каким-то чудом окажусь на немецкой съемочной площадке, я пойму, чего от меня хочет режиссер. Ну, это вряд ли, конечно же. Еще один из моих любимых эфиров был про угадывание фильмов. Там прям серия из нескольких эфиров. И да, я практически ничего не угадала. Но зато пополнила список того, что надо посмотреть на каникулах. Все преподаватели - носители языка. И материал там интерактивный. То есть вы как будто бы смотрите чей-то лайв. Можно отправлять реакции, что я делаю просто постоянно. Можно писать комментарии и, конечно же, отвечать на вопросы. Уровень от beginner до upper intermediate. Вот так вот, заводите себе правильные, полезные привычки, это всего лишь 15-20 минут за чашечкой кофе, и сразу же и хорошее настроение, и новые знания. В описании вас будет ждать ссылочка, так что заглядывайте, скачивайте, а я еще раз напоминаю, что это бесплатно. Сегодня потрясающий солнечный день, и самое время для того, чтобы убрать осенний декор в середине декабря.
Ну что, лучше поздно, чем никогда. Мне как-то стыдно перед своими соседями, у которых на дверях висят красивые рождественские венки, гномики стоят, фонарики и прочие прелести. А у меня, знаете, что висит? Шляпа, украшенная тыквами и осенними дарами. Да, пора ее спустить в подвал и поднять рождественский венок. И дома тоже везде тыквы. Как мы их вместе с вами поставили, так они тут и остались. Мы же тоже на работе сейчас очень веселое время, поэтому никто из нас инициативу не проявлял. Но надо создавать праздничное настроение. Поэтому мы и будем на ярмарки выбираться, пока их не закроют. И, конечно же, дом тоже приведем в порядок. Привет из зимы! Приехали в Айнзидель. Здесь рождественская ярмарка. Жалею, что санки не взяли. Посмотрите, можно было бы покататься. Вот этот костюмчик протестирован теперь по полной. Я и на велосипеде в нем в зал езжу. И сейчас в зиму. Какой кайф! Арик, попробуешь? Иди ко мне, иди. Иди. Ложись. Вот так. Опа! У нас челлендж, кто сделает больше шаги. Я попробую. Вот так, видел? Ты видел? Монастырский комплекс Айнзидельна. Красивый, мощный. Пару лет назад мы очень хорошо здесь погуляли. Друг мужа приезжал и, собственно, остался здесь жить. Но Арвик тогда была такой маленькой в коляске, она все время спала. Вот, отсюда уже почетче все можно разглядеть. Я так надеюсь, что сегодня не последний день. Будет жаль, если закроют все рождественские ярмарки. Но что поделать, уже с понедельника здесь ужесточают ограничения. Ох, как мне это все надоело. Хочется, чтобы такая красота продержалась до 24 декабря, как это было раньше. Кстати, интересный факт. В Швейцарии практически никуда нельзя сейчас попасть без сертификата. Но это единственное, насколько мне известно, место, где сертификат не проверяют. И, кстати, посмотрите, большинство людей без масок. Мне уже самой смешно. То ли влоги выходят слишком редко, то ли заказы с Air получаются слишком часто. Подозреваю, что все-таки второе, но не могла же я упустить скидки на черную пятницу. Приправа для овощного супа удобна, когда нет времени или желания что-то нарезать, а хочется получить такой насыщенный вкус и наваристый бульон. Два ля кофейных напитка. На самом деле это не кофе. Здесь цикория, а здесь корень одуванчика. Все это очень полезно. И для кого-то может стать хорошей альтернативой кофе. Но я альтернативу не ищу, просто хочу попробовать что-то новенькое. Эти вкусняшки я увидела у кого-то из блогеров и тоже решила попробовать. Гранолу беру впервые, а вот эти вот кокосовые чипсы с другим вкусом уже брала, они реально как наркотик, поэтому их в свою корзину лучше класть изредка. Две банки коллагена. С тех пор, как муж присоединился ко мне, коллаген стал что-то слишком быстро заканчиваться. Этот добавляю в кофе, получается очень хорошо. А этот мне нравится пить самостоятельно, выжимая в чашку еще половину сока лимона или лайма. Вкуснятина. Этот подслащенный, а этот без всяких добавок. Похоже, когда я собирала корзину, меня мучила жажда. Иначе как объяснить такое количество напитков? Здесь какао из каких-то особых какао-бобов с добавлением свеклы и каркаде. Что-то новенькое и интересное. Тут просто чай ассорти, а это тулси с ароматом розы и корицы. Все со мной понятно, я, походу, еще и голодная была. Так, здесь тыквенные семечки, остренькие. Это новый вкус орешков. Очень мне нравятся снеки от этого бренда. Но беру редко, потому что за раз могу уничтожить целую пачку с оревикой с мужем. Без них тоже могу, но совесть не позволяет. И обычная приправа для тако. Из косметики все новенькое, поэтому пока без рекомендаций. В белом тюбике увлажняющий крем, который давно был в моем вышлисте. Посередине BB-крем от Миша с SPF 25 на оттенок темнее тех, которые сейчас есть у меня дома. И здесь увлажняющая эссенция с хорошими отзывами. Попробуем. Лосьон для тела после солнца. Ну а что, вдруг отпуск случится, а я не подготовлена? Я его, так сказать, с надеждой беру. И маленький, но довольно интенсивный крем для рук, который поместится во многие сумочки. В принципе, все самое интересное я вам уже показала. Здесь осталось еще несколько продуктов. Если хотите, можете посмотреть, в описании будет ссылка на полную корзину. Вот так вот. И да, это не реклама, все куплено за свои деньги.
О, да, очень резкая смена кадра, но ведь я обещала вам делиться полезными рецептами. Сейчас буду готовить бульон. Здесь телячьи косточки и на них совсем чуть-чуть мяса. Я их предварительно замочила, часа на 3 в холодной воде, несколько раз промывала, эту воду сливала. Сейчас буду варить. Доведу до кипения и сниму пенку. Потом оставлю часа на 2-3. Вообще, это заготовка для будущего супа. Отделю мясо от костей и добавлю разные овощи. Может, даже борщ сделаю, если удастся сегодня найти свеклу. Так как бульон готовится 2 часа, караулить я его не хочу. Воспользуюсь чудом современной техники, поставлю таймер на 1,5 часа. Если вы находитесь в процессе ремонта, то мой вам совет, берите плиту с таймером. Это так выручает, потому что сейчас бульон будет вариться, а я поеду в город. Давненько на поезде не ездила. Сейчас я чаще на велосипеде или с мужем куда-то на машине. Маски. Маски обязательно надо надевать. Цветы и растения в любую погоду всегда, что зимой, что летом. Это мне очень нравится. Климат здесь, по крайней мере, в нашем районе, довольно мягкий. Так что зелень украшает все вокруг круглый год. Такой аромат елок приятно. Что интересно, они продаются и в супермаркетах у входов, и есть специальные леса, где ты можешь поехать и срубить ту, которую хочешь. В общем, выбор огромный. Ну, у нас будет искусственно, потому что в прошлом году мы поставили настоящую и простояла она всего пару дней. Должным образом мы за ней не смогли поухаживать. А мне нужно сюда. Хочу купить кое-что из косметики. Снимать в магазине не разрешили, но да ничего особенного, там просто косметика. Ой, дождь накрапывает. Вот сюда мне. Смотрите, сколько кофе! Одежды у Аривик сейчас ой, как много. Но я пришла за купальником, чтобы ходить с ребенком в бассейн. Что тут такого? Подумаешь, зимой понадобился купальник. Почему его нигде нет? Ни онлайн не смогла найти, ни в магазинах. Зато вид красивый отсюда открывается. Ну, по крайней мере, интересный. Мы сейчас так выйдем на главную улицу. Каждый год здесь вешают одни и те же огоньки, даже есть специальный день. И нет, это не праздник, просто традиция, когда люди собираются и смотрят, как зажигаются эти огоньки. К сожалению, я не помню, какого он числа, но один раз я присутствовала. Честно, ничего особенного, просто много людей было. Вот она классика на заднем плане, пряники и каштаны. Не знаю почему, но я считаю это красивым. Ведерки со скорлупой каштановой. Налюбовались красотой, теперь домой, точнее забирать дочку из садика. И будем готовить суп. Моя юная помощница. Что мы сейчас будем делать, Оревик? Суп будем готовить? Суп. Суп, да. Ребенок не очень хорошо понимает по-русски, что не будем ее мучить. Вот так вот выглядит бульон спустя более чем 2 часа. Он так стоял, уже успел подостыть. Уберу сверху жир, отделю мясо от костей. Ладно, не настолько горячий котенок. И нарежу туда овощи. Что это там, виноград, да?
это все суп довольно простой, как видите, его даже с ребенком вполне таки реально приготовить. Ривик, утэйк? Где? Где? Не знаю, насколько актуальна будет эта информация, но про кофе всегда много вопросов, поэтому давайте покажу свои любимые капсулы. Во-первых, ванильные, их беру побольше, они быстрее всего заканчиваются. Карамель для разнообразия и что-нибудь без кофеина, на этот раз посоветовали такие. Кстати, ни в одних из этих капсул нет молока, это просто кофе. Очень нравятся тематические выпуски, посмотрите, какая красивая рождественская серия. Здесь лесной миндаль, лесные ягоды, лесной черный кофе. Попробуем. Храню капсулы здесь и по совместительству использую это как подставку во время съемок. Кстати, когда выбирала между Dolce Gusto и Nespresso, взяла Nespresso, потому что у них есть переработка. Вот в этих вот пакетах можно сдавать на переработку, и даже ходить особо никуда не надо. Просто не знаю, как в других странах, но здесь свешиваешь этот ярлычок из почтового ящика, и почтальон забирает. Взяла еще вчера увлажняющий лосьон для тела с облепихой от Виледа. Мне нравится этот бренд. Попробуем. Аромат, кстати, очень приятный. На этом все. Буду закругляться с этим влогом. К сожалению, украсить дом я не успела. Но ничего, сделаем это все вместе на выходных. Посмотрите, какая красивая книга. Я прям не могу. Такие картинки вдохновляющие. Ладно, надеюсь, что видео вам понравилось. Я с нетерпением буду ждать ваших комментариев. А сейчас иду редактировать, и мы скоро увидимся. Пока-пока.